зрителям. Я хочу поговорить о проблеме, с которой сталкиваются многие новички, которые хотят научиться играть на гитаре. Человек берет в руки гитару, у него возникает ощущение, что это какой-то сложный, непонятный, странный инструмент с шестью струнами, которые непонятно как настроить, и вообще, что с ним делать на первых этапах и так далее, он не знает. На просторах интернета очень много различной информации о гитаре. Видео на YouTube от иностранных и отечественных ребят, которые просто учат, очень долго учат, показывают какие-то непонятные комбинации на аккорды вот эти вот ставят. Но это все, понимаете, ребят, это не совсем то, что вам нужно. Вам нужно сейчас, на данном этапе, просто выучить пару-тройку аккордов и довести их до автоматизма. Вы поймете, что это действительно просто. Когда соберете вокруг себя своих друзей, родственников, там, не знаю, если у вас есть работа на корпоративе, начнете играть на гитаре, вы почувствуете себя виртуозом, понимаете, вы почувствуете себя лидером в кругу своих друзей. Вы понимаете то, что гитара — это не совсем простая палка со струнами, на которой просто кто-то бренчит и поет песни маломальски кое-как. На самом деле нет. Когда вы играете на гитаре, вы должны чувствовать, в чем заключается вот смысл этой музыки, понимаете? Игра на гитаре — достаточно сложный процесс, но когда у вас получится сыграть свою первую песню, вы получите несказанное удовольствие от этого. Вы как будто взлетите на небо. Представляете, моя первая песня, когда я ее сыграл, я понял, что я уже умею играть на гитаре. Я вам советую прислушаться к тому, что действительно на гитаре можно научиться играть за 3-4 дня. Дорогие друзья, я предлагаю пройти вам мой курс обучения игры на гитаре, чтобы вы смогли на 3-4 день уже играть свою любимую песню. А в дальнейшем ваша база ваших любимых песен будет нарастать, как снежный ком зимой, знаете, вот когда скатывают снежную бабу, лепят. Сыграв свою первую любимую песню, вы поймете, что это действительно просто и легко. Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте. До новых встреч! Давайте делать паузы в словах, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы лучше отдавалось в головах значением вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах. Давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной той неверною дорогой. Давайте делать паузы в пути. Давайте делать просто тишину.